Всем привет! Сегодня будем печь вот такие пышные баурсаки. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Мои дети просто обожают их. Берем теплое молоко, добавляем теплую воду, добавляем дрожжи и сахар. Все это тщательно перемешиваем хорошенько. Как вы видите, наши дрожжи активизировались. Добавляем майонез, далее растопленное сливочное масло. С ним будет, ну, очень вкусно. Добавляем столовую ложку соли. 3-4 приема добавляем муку. Просеиваем обязательно. И все это лопаточкой перемешиваем, потом руками. Потом замешиваем вот такое мягкое тесто. На рабочей поверхности замешиваем тесто минут 10. От того, как вы долго будете месить, зависит пышность наших баурсаков. Тесто отправляем в емкость, смазанное растительным маслом. Тесто должно подняться где-то на час. Тесто поднялось. Теперь разминаем его руками, а потом подпыляем рабочую поверхность мукой и раскатываем наше тесто. Формируем наши баурсаки. Я, например, формировала стаканом, а вы можете просто разрезать ножом, как вам нравится. Наше тесто должно отдохнуть, остояться. Дальше обжариваем на растительном масле. Масло должно быть раскаленное. Обжариваем с двух сторон. И у нас получаются вот такие вкусняшки. Мои дети любят его есть с ацебили. Это очень вкусно. Попробуйте. Всем приятного аппетита. Всем советую приготовить по этому рецепту. Всем пока!